каждую пятницу в 18:00 Александро-Невский, Новотихвинский монастырь города Екатеринбурга приглашает на познавательные встречи «Новотихвинские пятницы». Это еженедельные духовные беседы для всех, кому не безразлично, зачем и как жить. У каждого человека порой возникают вопросы. Почему в мире есть страдания? Как бороться с унынием? Есть ли сейчас святые? Как воспитать ребенка христианином? Как приблизиться ко Христу? На все эти жизненно важные вопросы не всегда легко найти ответ. Новотихвинские пятницы – это ответ на вопросы именно тех, кто пришел навстречу. После беседы всех ждет чаепитие, за которым в непринужденной обстановке продолжается обсуждение. Приходите, приглашайте знакомых. Адрес: Екатеринбург, улица 8 Марта, 68. Центральный вход, второй этаж.